И всем привет, с вами я, Супер, сегодня мы будем снимать видео про Clash Royale. Вот, значит, сделал 6 побед в вот этот Modern, значит, Clash Royale Modern, значит, только новые карты. В принципе, неплохое испытание, значит, там только все вот эти новые карты, легендарки можете все испробовать, вот. Что я хотел бы в этом видео вам показать? Ну, я хотел бы открыть этот легендарный сундучок. Ну, прежде всего, оставим это на последнее. Вот. Кстати, хотелось бы вас поздравить с Новым годом, если вы смотрите это 1 января. Вот. И я не знаю, уже скоро Новый год, так что да. Давайте посмотрим этот бой. Такой. Вот я написал. Так. Смотрим. Один на один, как видите. У него в колоде есть, как у меня, этот прыгающий темный рыцарь в броне. Ну, такая легендарка. Я ставлю принцессу. Я типа плачу, типа проиграю. Но я выиграю. Ставлю наперед бандитку, а потом этого рыцаря. Плохо то, что моя башня не задела. Вот. А если задела бы, я быстрее бы его убил. И у моего осталось бы больше хп. Ну, в принципе, ничего страшного. Я вот так играю. Громовержца ставлю. Ставлю. Раз, охотник. Охотник, кстати, имба, он с ближнего расстояния такой большой громадный урон наносит, что с одного-два выстрела убивает любое практически среднее существо. То есть, ну, нормально так. Мне тут не повезло, моя принцесса, то есть, заагрилась на этих летучих мышей и в итоге не нанесла урон. Ну, потом я ставлю бандитку. Он успевает поставить громовержца. Так, ну, раз, громовержец красиво зашел, что даже урон не принял. И наносит пару раз тысячных ударов. Это, кстати, очень прикольно. Вот из-за этого случая, в принципе, он проигрывает. Вот. Охотник, конечно, и красиво поставил, он убил сразу бандитку, но самого себя пожертвовал на убийство бандитки. Вот. Я говорю, удачи, уже понимаю, что я выиграю. Тут тупо ставлю мега-миньон и угораю. Ставлю его. Наш противник думает напасть на другую башню. Но я тут раз, класс, и все. От дефу все. А в итоге я убиваю громовержца его на другой стороне. И просто его рву на части. Смотрите, что. Мега-миньоны такие большие урона наносят. Ну, где-то 2 или 3 удара сделали, вроде как. Ну, неплохо. Ставлю все наперед на деф. Ну, потом ставлю бандитку. Этот, у него, представляете себе, уже 10 эликсира, то есть уже перебор, а он наперед ничего не ставит. Вот просто дурак, из-за этого он проиграл. Всегда тратьте наперед, я вам так скажу, когда у вас 10 эликсира. Примерно 9 эликсир, когда вот десяточка чуть-чуть осталось подобрать. Ставьте, вот, видите, он экономит. Че он, на что он экономит? На смерть, что ли? Вот, наперед ставьте, чтобы капельку эликсира, короче, не потерять. Если вы капельку потеряли, подумайте сами, вы можете проиграть игру. Да, бывают такие случаи, когда эликсир тратить не надо. То есть такие случаи, когда, например, нападает противник с кучей ордой в одну точку. Вы тупо кидаете, к примеру, одну ракету, если у вас в колоде ракета или какой-то, я не знаю, огненный шар. Вот. Как он там называется? Мега-рыцарь, вот. Я его имя просто забыл. А так всех них знаю название. Ну ладно, на этом я буду прощаться. Но прежде чем прощаться, я хотел бы открыть легендарный сундук и посмотреть, что у меня с него выпадет. Надеюсь, мне выпадет та легендарка, которой у меня нету, а именно ледяной колдун. Да, я надеюсь на это. Открываем эту сундук и получаем в итоге кладбище. Ну,
Я не знаю, у меня уже четвертая штука, я ее не улучшаю, я ее не использую. Она мне не нужна. Не знаю, зачем она выпала мне. Типа, сказал, ну, я тебе ни хера не дам. Я такой, нет, нет. Ладно, короче. С вами была Супер, если понравилось это видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Вау, и, кстати говоря, я сделал вторую победу на втором своем аккаунте. Так, ну открываем. Вау, просто, я не знаю, кайф. На двух аккаунтах сделать по 6 побед. С первой попытки, при том, что. Вау, просто 2018 год. Меня ждет. Все, с вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.